Экстремальные погодные условия могут существенно сократить производство вина просека. Сильные проливные дожди способствуют эрозии почвы и вызывают сползание земли под виноградниками Северной Италии. Еще одна проблема – засуха. Из-за резких погодных колебаний и аномалий урожай винограда в Италии может сократиться на 1/5. Под угрозой могут оказаться и другие сорта вин, в их числе бургундское, гран-крю и каберне савиньон. Спрос на игристое вино огромен. За 5 лет он вырос более чем на 33%. Однако собрать урожай в высокогорных районах нелегко. Виноград для просека выращивают на склонах, поскольку там лозы получают много солнечного света, а прохлада не позволяет ягодам запекаться.